Здравствуй, Яна! Здравствуйте, Артемий, Артемий! Ушко, куропан, опри, баушко, главный страховый тигр, антилоп и... Что ты решил приветил? Вот и можно поверить, да! Добрый вечер. Здравствуйте. Скажите, как часто вы устраиваете такие праздники у себя в центре? У нас спектакли проходят каждую пятницу в 18 часов. Каждую неделю практически, ну, у нас в репертуаре 6 спектаклей. Я не умею. Можете их назвать? Конечно. Это «Кот, лиса и петух». Майя, скажи. Вот сюда вот дверчик. «Кот, лиса и петух», «Бременские музыканты», «Кот в сапогах», «Маша и медведь», да, «Волшебная лампа Аладдина», «Старик и дракон», «По мотивам сказки «Золотая рыбка». Ну, удачи вам и спасибо. До дальнейших творческих успехов. Да, приходите к нам на спектакль. У нас после спектакля всегда какое-то занятие небольшое. Да? Если у нас была волшебная лампа Аладдина когда, то мы делали волшебные лампы. Каждый ребенок ушел с лампы. Вот сегодня все идут с балалайками. На первом спектакле мы кормили петушка, сделали ему тарелку с зернышком. То есть это не только как бы сказка, но и такое вот творческое занятие. Мы сегодня первый раз, но мне очень понравилось. Не знаю, как ребенок. Он, наверное, еще не понял. Но мне очень понравилось. Я в следующий раз обязательно. Вы часто приходите со своими детьми? Конечно. Вы знали, что такое есть? Мы приходим постоянно. Дети потом дома продолжают играть в эти сказки? Обязательно. Потому что мой ребенок участвует в постановке этих сказок. Он дома это играет, а потом еще здесь проигрывает для зрителей. Маленький вот сегодня не пришел. Маленький удовольствие. Ну и ваши пожелания всему творческому составу кукольного театра. Идти и развиваться.